Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Виноград и сад на даче», любители выращивать виноград. С вами Владимир Исаенко и Александр Гергель. Эти ягоды отличаются шикарным мускатом, мускатным вкусом, ранним сроком созревания и стабильным плодоношением. Вот уже четвертый год мы наблюдаем за этой формой винограда. Ее выращивает как сам Александр Гергель, так и его сосед. И ежегодно, начиная с 2018 года, вот такие урожаи. Вот это фото сделано в 2018 году, а это в 2019 году. Это виноград урожая 2020 года. Ну, а это уже 2021. И называется эта форма «Озон». А вот что про нее рассказывает сам Александр. Пожалуйста, Александр, вам слово. Добрый день, уважаемые любители винограда. Сегодня 4 сентября 2021 года. Мы с Владимиром Исаенко находимся в гостях на винограднике у моего соседа, город Полтава. Очередной раз вам показываем уже не первый год гибридная форма Евгения Подволска под названием «Озон». Смотрите, какие красивые, шикарные ягодки. По две грозди. Нагрузка колоссальная, даже перегружена. При такой перегрузке и таких погодных условиях этого года с более поздним сроком созревания хотелось бы проакцентировать внимание на вызревание лозы. Смотрите, уже 1,5 метра лозы вызрело. Это гибридная форма «Озон». С очень ранним сроком созревания, 95-100 дней, как пишет сам автор. Ягодка здесь довольно-таки внушительных размеров. Сам автор говорит, что она 8-14 грамм, гроздья от 500 до 1000 грамм. Это один куст. Мы ему дали, ну, вернее, не мы, но так получилось, что здесь была одна гибридная форма. Мы подсадили туда розмалин бурдака. И временно, ну, там он, его задавливают, во-первых, флора, которая там образовалась в земле. Он никак не может развиться. Плюс вот такое развитие озона. Здесь плоскости, ну я не знаю, здесь метров 5 одной плоскости и метров 4 другой плоскости. Вот это, такую нагрузку тянет озон. И при всем этом ягодка, давайте посмотрим вес ягодок. Вот сейчас. Постараюсь. Вот, так вот, более-менее. 36 грамм. 36. Ну, прям температура. Вот. Трех ядок. То есть 12 грамм. И этот невероятный мускат. Владимир, знаю, вы не очень полюбляете ягоду с мускатным, но все равно ваши впечатления поделитесь вкусовыми качествами. Да, мускат очень ярко выраженный. Ягода вкусная. Конечно, хорошо кушать, если вот так есть мускатная ягода и не мускатная. Вот. На контрасте, скажем да, так. На контрасте, да. Вот, очень приятная. Очень сочная, мясистая. Косточек две. Ну вот одну я поймал, а вторую проглотил. Они настолько маленькие, настолько незаметные. Вот. И, может быть, хотелось бы показать на солнечной стороне, какой цвет ягоду он набирает. Просто-напросто желтая такая янтарная ягода. Сейчас перейдем туда. Вот обратите внимание. Здесь ягода еще больше, крупнее и еще вкуснее. Вот если брать это немножко зеленковато, а это вот желтая. Вот здесь мускат и вкус, и сахара побольше. И муската побольше. Да, это более сладкая. И здесь хрустящая. Кожица съедаемая. Хруст слышится.
Ну, здесь просто вынос всех вкусовых рецепторов. Ну, мускат настолько благородный, в то же время насыщенный. Сочетание сахара этого муската, консистенция, ну, просто не оставит никого равнодушным. Да, это точно. Вот что значит, ну не зря же говорят, ягода солнца, правильно? То есть немножко солнца, и она себе аж просто засияет эти вкусовые качества. Прекрасная форма. Кто любит мускаты, вот такую форму, конечно, надо посадить обязательно. Вот. И она добавляет с каждым годом, вначале как бы так вот небольшой урожайчик, и гроздочки небольшие. А потом все-таки раскачивается и выдает на гора вот такие результаты. Сейчас я вам покажу просто. Ну, две грозди. Это одна гроздь, а это вторая гроздь. Здесь грамм 700 есть, здесь килограмм. Опылилась нормально. Даже если ягодка есть поменьше, она никак не влияет на визуализацию и восприятие этой красоты. Так что, ну просто шикарно. Было повреждение немножко тут насекомыми, но это такое дело. Все не укроешь. Этот виноградник не для продажи, это был для души. Что смогли, то кушается, ну съели. Что нет, ну вот так вот пока все это располагается. Так что висит без всяких повреждений. Может быть, где-то, я же говорю, есть повреждения, но это незначительно. Оно не уничтожает весь виноградник. А так, ну это когда я вам сказал об этом. А так, вы видите, все прекрасно. Все замечательно. Вот здесь, ну, засохло, да и засохло. Но об этом можно было не говорить. Это точно. В предыдущие годы мы уже снимали эту форму, у вас снимали, на вашем винограднике показывали. Родит ежегодно, стабильно, надежная форма, вот, так что стоит ее выращивать. Ну, все на этом, да? Я думаю, тут добавить нечего. Осталось только, чтобы ваши подписчики, которые просматривают ваш канал, поделились своими впечатлениями о вкусе этой гибридной формы, о урожайности ее. И я думаю, в дальнейшем будут только положительные отзывы тех, кто приобретет саженцы данной гибридной формы. Да, ну вот у меня есть друг, он тоже в Полтаве выращивает, озон выращивает и очень доволен этой формой. Вот, так что это один из таких отзывов. Вот. Ну а в конце фильма смотрите, есть ссылки, видео, смотрите урожай предыдущие годы, чтобы вы могли сравнить и понять, что значит озон. Это название соответствует как вкусовым качествам, как нарядному виду гроздей, вот, так и надежности в плане плодоношения ежегодного. Ну, на этом все. Спасибо твоему соседу, что разрешил заснять эти видео. Вот. И тебе, что провел такую экскурсию, съемку. Ну, и всем, кто смотрел, всем здоровья, всем отличных, шикарных урожаев, как и на этом кусту. И до встречи в следующем видео. До свидания. До свидания.